Всем привет, друзья! И сегодня мы будем распаковывать Xbox контроллер. Вот такой вот чудесный девайс в таком классном пакетике. Магазин называется GMS. Где куповина забава? Вот так вот, конечно же, находится он в Черногории. Ну что, друзья, погнали! Сегодня у нас, как обычно, будет однорукая распаковка, но ничего страшного, постараюсь для вас обозреть данный девайс. Ну что, начинаем, друзья. Вот, собственно, вот так выглядит пакетик. Он красивый, прикольный, как обычно, крупной сети под стать, поэтому нормально. Ну и начинаем мы, конечно же, с чека. Конечно же, друзья, с чека, потому что. Так, а давайте-ка мы переключимся. Или это что, или будет совсем? Нет, давайте-ка в таком режиме. Ну и, конечно же, это очень важно. Ну и стоит сие дело 85 евро, ни много ни мало. Ну, вот именно так. Мне кажется, стоит того, учитывая там, какой же там прикольный цвет у этого Xbox контроллера. Не знаю, по-моему, должны быть и у нас такие в России, да? В принципе, да. Ну вот здесь вот такие вот цвета. Там был еще один прикольный цвет. Сейчас покажу. Но его, к сожалению, не было. Его распродали, и заказать его можно было, но нужно было бы ждать 2 недели. Так, ну и второе. Это, конечно же, сам контроллер. Сам контроллер. И все, ребята, больше ничего нет. Пакетик мы выкидываем. Ну и чек тоже мы на самом деле в стороночку тоже берем. Ну и что? Вот так вот это все выглядит. Называется такой цвет Lunar Shift. Попрошу обратить внимание, Lunar Shift. Вот так это все выглядит. Блин, это очень кайфово на самом деле. Очень и очень кайфово выглядит. Да, вот прям так классная упаковочка, да. Помните, я рассказывал, что Xbox контроллер лучше, чем контроллер от PlayStation. По всем параметрам, друзья. Ну ладно, может не по всем, но по удобству, по комфорту. По самым главным, это, конечно же, да, точно, 100%. Что у меня был у меня PlayStation геймпад, был, и мне очень понравился. Так, ну что, начинаем мы распаковочку, да? Как же его... Слушайте, одной рукой это прям тяжело, наверное, распаковать, я вам скажу. Так, а что, где, как, что? Ага, вот здесь, да? Вот здесь мы имеем такую вот штучечку. И что, и как? Как оно, что оно, где оно? Понимаете, мне это надо как-то... Что надо делать? А, что надо делать? Как его распаковывать? Так, я не понял. Так, давайте-ка мы... Сейчас, минуту, друзья. Ага, друзья, там, оказывается, надо было дернуть кое за что. И все бы стало окей. Ну что, открываем. Момент истины, друзья. Серьезно? Серьезно? Вот такого цвета? О мой бог, он серебристого, блин. Он здесь как будто бы такой черновато-серый. Не знаю, как на камеру передает, конечно. Но, блин, такой цвет я вообще не ожидал. Серьезно? Боже, боже. О, серьезно? Как же комфортно здесь лежит палец. Такой вот здесь такой, знаете, ребристая кнопочка вот здесь. Боже, это просто кайф. Это такой кайф. Еще здесь какой-то рисунок есть. А ну-ка, друзья, что тут такое? Ну просто какая-то пушка. Обалдеть, друзья. А ну-ка, друзья, вот здесь вот. Здесь, ну, здесь такой резиновый, скажем так, достаточно такой стандартный. Так, довольно-таки неплохо.
кнопочки нажимаются, все довольно-таки. А ну-ка, друзья. Да, все начинаются, так сказать, распаковки с именно... Отодвигают геймпад, да, там что-то смотрят дальше. Нет, давайте я прям вот очень хочу понажимать. Так, это очень... Ой, блин, кнопки, друзья, прямо отчетливо нажимаются. И самое главное, вот эти кнопки. Ага, вот они как нажимаются. Вы знаете? Ну-ка, дайте-ка я правой нажму. Потому что я правой все время нажимаю. Вы знаете, а я вам скажу так. А я вам скажу так, открою, может быть, секрет для кого-то. Кнопки нажимаются покомфортнее на геймпаде от PlayStation. Я вам скажу так. Вот я как помню, да, как я нажимал на PlayStation геймпаде, на DualSense, да, я имею в виду. Здесь как-то по-другому он не нажимается. Я имею в виду на PlayStation намного комфортнее. Я вам серьезно говорю, друзья. Намного комфортнее. Хотя вот тут прикольно довольно-таки. Стик вращается. Ну, ага, тоже нажимается. Блин, не знаю, может быть как-то предвзято сейчас, да, но вот прям вот первое ощущение. Очень классно вот это вот себя чувствует, кнопочка, да, мне прям очень комфортно, намного комфортнее, чем на PlayStation. Но вот эти кнопки, да, вот эти главные кнопки, они здесь нажимаются менее комфортно, чем на PlayStation. Это вам просто вот как первый взгляд, друзья, честно. Вот. Но мне кажется, в целом в руке, блин, не могу, да, в две руки взять, будет покомфортнее держаться, потому что вот я... Полностью обхват сделал, друзья, полностью обхват. Смотрите, где у меня палец. Вот как обычно палец ложится, да? Вот, практически на кнопку. Практически на кнопку, да? Практически на кнопку. И что самое главное, вот полностью на кнопке, на главной кнопке. То есть, если геймпад от Sony, помните, я вам говорил, надо было держать как-то вот так, то вот этот просто вы взяли, вот он как влитой. Все, кнопки, вот они, раз. То есть, а там нужно было прям вот так брать геймпад, поймите. Это самое главное отличие для меня. Окей, здесь стандартный разъем под зарядочку, да, под наушники. А здесь кнопка, я так понимаю, ну, как бы ловли Bluetooth. Друзья, сильно на меня не гоните, потому что первый раз... Я, честно говоря, не очень еще разобрался, но вот батарейки здесь. Ну, Xbox, да, батарейки вставил, и все, и по кайфу играешь, пока не закончится заряд батареек. Слушайте, ну, на первый взгляд, блин, какой же как кайфовый цвет, друзья. Это просто пипец. Какой же он кайфовый. Посмотрите, как какие-то переливашки. Ну, не переливашки, такие, знаете, типа фоновый цвет. Блин. И вот здесь очень клево сделано на Sony, если вы знаете, если имели. Здесь такие маленькие-маленькие кругляшки, квадратики, треугольники. И материал корпуса, то есть вот такой корпус, как корпус идет. Здесь такой прорезиненный вариант. Здесь такой прорезиненный вариант. Здесь как-то по кайфове лежит. Вот в руке чувствуется, что кайфовее лежит. То есть там тоже шероховатость идет на геймпаде от PlayStation, но как бы здесь тоже шероховатость, естественно, но там идет корпус. То есть нет отличия, да, вот этой части, за которую держишь, и корпуса. А вот здесь отличие есть, здесь прям вот отдельно идет прорезиненная часть. Конечно, она обхватывает не всю, потому что вот здесь я тоже держусь, хотя здесь тоже шероховатость есть, вот видите, замечаете вот здесь? Вот здесь вот. Если так вот на камеру передать, да, вот видно маленько. Тоже шероховатость есть. То есть в то время как вот здесь, например, ее нет. Но это уже другая часть. Хотя, блин, я бы, если честно, сделал, друзья, вот эту часть и вот на эту область тоже, чтобы она тоже ее захватывала, потому что я здесь тоже держусь. Потому что она вот это как бы чувствуется, ощущается намного комфортнее, чем вот эта шероховатость. Ну, это прям факт. Вот, я бы ее прям вот до сюда бы сделал. Но... Тем не менее, ребят, прикольно, реально прикольно. Вот такая еще кнопочка есть.
Xbox, Xbox. Блин, кайф, друзья. Просто первое ощущение, это прям реально пушка, вышка, гранта. Так, ну что, и следующее, что у нас есть еще в комплекте, друзья. Это вот такие батарейки Duracell, ни в коем случае не реклама, но предпочитают именно такие, видимо. Так, ну что, и дальше мы идем, конечно же, за всякими бумажками. Вот такой вот прикольный вкладыш. Я вам скажу, что в Sony, у Sony такого не было. Там идет просто такая... Там идет, знаете, какой-то такой пакетик, и в пакетике вот лежит геймпад. Здесь немножко по-другому сделано, понимаете? Так, ну что, идем дальше. Вот такой вот буклетик. Здесь у нас просто рассказывается о том, как засунуть батарейки. Конечно же, непонятно, как батарейки засовывать, но тем не менее. Дальше вот такая куча-куча инструкций. И все. И все. И все, друзья. И вот такая вот бумажка на китайском. Capability, видимо, Xbox, Windows 10. Ну, винда у меня есть, и буду на компьютере играть. Ну что, вот такой вот кратенький, друзья, распаковочный обзорчик. Ничего такого. Вот так вот выглядит геймпад. Бля, ребят, это очень круто выглядит, я серьезно говорю. Это очень круто выглядит в руках, ощущается прям. Прям мощно, мощно. Ну что, буду покорять какие-нибудь просторы, я не знаю. Spyro Trilogy или что там, Reignited Trilogy. Или FIFA. FIFA я сейчас буду играть, да, ребят, FIFA. Вот это буду бить, а вот это буду бить, а вот это буду навесы делать. Вот так вот. Всем спасибо, ребят, кто посмотрел. Я желаю вам хорошего вечера и пока-пока.